1 сентября городские школы начнут очное обучение. За парты сядут около 8 тысяч учеников. Порядка 760 малышей переступят порог школы впервые. Насколько готовы образовательные учреждения Бендер к приему детей? Эта тема главная на повестке дня городских властей. Приоритет – готовность образовательных учреждений к новому учебному году. Безопасность в числе главных акцентов. Средства индивидуальной защиты, моющих, чистящих, личной гигиены хватит до конца года. Чуть меньше половины педагогов школы, четверть воспитателей и персонала детских садов провакцинированы. Межведомственная комиссия работала неделю с 16 по 20 августа. Проверили 49 объектов. Приемку прошли не все. Это филиал ДДТС «Северный». Там необходимо восстановить кабельную линию поврежденную. По филиалу ДДТС «Алые паруса» также ведутся работы силами хозгруппы. Второй этаж выполнен, на первом этаже там частично уже выполнено. Нужно закончить фойе и установить светильники. По 17-й школе у нас вопрос возник по ремонту пищеблока и заделка отверстий после замена системы отопления, то есть необходимо заделать отверстия в учебных кабинетах после установки новых систем отопления. По замечаниям Центра гигиены и эпидемиологии, нужно провести ремонт вентиляции пищеблоков в некоторых школах и садах, заменить перегоревшие лампы и светильники, установить теневые навесы в детских садах, привести в надлежащий вид фасады некоторых школ и садов. Дорожное покрытие, ремонт спортплощадок. Немало и других вопросов. Решают их поэтапно за счет городских и республиканских программ. Принцип – ремонтировать и восстанавливать те объекты, которые требуют срочных вложений. Сразу на всех бюджетных средств не хватает. Фасады детских садов 5, 7, 40, 41, 43 и школы 2, 4, 5, 7, 17, 18, гимназия, начальная школа, станция юных туристов и коррекционная школа. Тоже по мере наличия финансов, уже исходя из приоритетов, будут рассматриваться вопросы. Твердое покрытие внутри дворовых территорий. Перечислены детские сады, ну и несколько школ. Школы это 5, 4, 16, 17, 20. Ограждение школ, понятно, тоже по задачному принципу будет функционировать, потому что выставлены все программы, в том и фондоположение, и муниципальные программы, исходя из приоритетности. До начала учебного года остаются считанные дни. Все вопросы взяты на контроль. Главные проблемы решат до осени. Учебный процесс начнется во всех школах и садах Бендер. Елена Росланова, Елена Леонтьева, Иван Зелинский. Бендерское телевидение.